Заблуждение по поводу денег берется не просто так, потому что мы часто судим по себе. Мне хочется зарабатывать больше денег. И как же без этого? Да вот я вижу, вот и ему тоже хочется зарабатывать больше денег. Вообще деньги это такой универсальный эквивалент, без них ничего невозможно. Тем более все говорят про деньги, что все хотят больше денег. Но хотеть больше денег и хотеть зарабатывать больше денег не одно и то же. У одного собственника было такое удивление, возмущение. Он говорит, у меня очень неодинаково работают сотрудники отдела продаж. Хотя они получают абсолютно одинаковое количество лидов. И один, он выполняет у меня такую большую работу, он порой даже и по вечерам засиживается и приносит выручки он мне 2 миллиона рублей. А вот другой сотрудник приносит выручку мне всего 1 миллион рублей. Но я не понимаю, почему так? Ведь они получают у меня проценты, только проценты. Вот чем больше продал, тем больше заработал. Соответственно, вот ровно в 2 раза зарплата больше у одного, чем у другого. Один зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, второй зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц. Но вот тот, который зарабатывает 50 тысяч рублей, он уходит всегда вовремя. Он вообще такой неторопливый, неспешный. И я не понимаю, что происходит. Почему он не продает больше? Ведь он мог бы заработать. И для него было удивлением, что оказывается, не нужно-то человеку, наверное, больше денег. Его 50 тысяч вполне устраивает. И эта зона комфорта, она может наступать при любом уровне дохода. У кого-то при таком, у кого-то еще ниже, у кого-то больше. Но обычно мы видим в этом проблему, если мы хотим, чтобы человек предлагал больше усилия, и тогда бы он зарабатывал еще больше. И вывод здесь какой? Что надеяться только лишь на то, что вы пообещали человеку возможность большого заработка, и что он ради этого заработка будет рвать и метать, это довольно-таки наивно. Кто-то будет в какой-то период времени, когда ему очень нужны деньги. Но не все и не всегда. Нужно смотреть на человека, его ситуацию, его факторы мотивации и расширять свой диапазон инструментов. Что еще я могу сделать, чтобы заинтересовать человека, давать мне нужный результат?